Привет, друзья, с вами Варчик. 15 июня в 12 МСК стартуют сервера песочницы. Можете уже их качать, если хотите опробовать новую полевую модернизацию. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Потом мы поржем с некоторых особенно адекватных вещей в этой полевой модернизации. И в конце я выскажу свое мнение, что это вообще такое, надо, не надо, и что в этом хорошего или плохого. Итак, полевая модернизация — это такая вот штука, которая поможет вам докачать ваш танк, уже прокачанный, до новых высот. Если он вам нравится, вы сможете сделать из него конфетку, если еще прокачаете внутри него такой же танк, поскольку на изучение всего вот этого вот полевого модернизирования внутри него понадобится столько же опыта, сколько вы потратили на его прокачку. Примерно. Так написано в новости. Плюс еще вам понадобится потратить серебро. Сколько серебра, пока неизвестно. Разработчики от балды какие-то циферки там намалевали, чтобы вы на песочнице в них просто клацали. Сколько будет на основе, разработчики еще не придумали. Так вот, сколько-то опыта надо будет потратить. Примерно столько же, сколько и на прокачку танка. И еще сверху серебро. Для того, чтобы получить следующие улучшения танка. Базовые, парные и особые. Сначала будут доступны базовые. И только после базовых парные и особые. Как-то так. В базовых нам будут доступны, я так понимаю, за опыт и серебро, простые улучшения вашего танка. В зависимости от того, какая роль танка в бою, вы будете улучшать базовую модификацию. Если это жирный какой-то тяж, вы будете ему по чуть-чуть наращивать хп. Если это универсальная СТ-шка, вы будете повышать мощность двигателя. Если это что-то другое, неизвестно, поскольку разработчики в новости не написали. Видимо, за ночь они еще что-нибудь там навыдумывают, и на песочнице мы увидим что. Надеюсь, артиллерия они повысят альфу, или сплэш, или точность, или еще что-нибудь в таком роде. Причем это просто улучшение, без какого-либо штрафа. Ты просто за ресурсы в игре повышаешь характеристику. Вот и все. То есть это ап всех танков в игре с 6 по 10 уровень. После того, как мы базовую модификацию провели над танком, будет еще парная модификация. В парной модификации с 6 уровня по 9 нам будет доступно 3 эти самые модификации. На 9 уровне откроется еще одна, и на 10 еще одна. Итого на 10 уровне будет их 5, что как бы еще сильнее делает разницу между уровнями. И в этих вот парных модификациях мы выбираем, или если хотим, ничего не выбираем. За серебро, я так понимаю, за немаленькое количество, одну из двух модификаций. Эти модификации взаимосвязаны. Допустим, одна повышает обзор, но понижает вашу скорость. Другая повышает скорость, но понижает обзор. То есть ты выбираешь либо одно, либо другое, или если не хочешь, вообще не бери. И вот в зависимости от того, какая роль танка в бою, вам будет предложено вот эти вот модификации парные. И в этих парных модификациях там такого понакручено, просто жесть. Теперь давайте немножко поугараем над тем, что туда подобавляли в эти парные модификации. Потому что адекватности там не сильно много я вижу. Допустим, к примеру, колеснику можно будет увеличить скорость назад на 3 км, но при этом ухудшить осколочно-фугасный урон на 30%, время оглушения на 8% и защиту экипажа от ранений на 20%. Либо мы выбираем наоборот соседнюю модернизацию и, теряя скорость назад 3 км, мы защищаем свой танк от фугасного урона на 30%, время оглушения на 8% улучшается, ну точнее наоборот, оглушение хуже на нас действует на 8%, и защита от экипажа от ранений на 20%. А зачем колеснику скорость назад 3 км? Это что есть, что нету. То есть логично, что все колесники, которые захотят на своего колесника потратить лишние ресурсы, уберут скорость назад 3 км и получат огромную защиту от фугасов. А колесники друг друга стреляют фугасами. И они будут друг друга медленнее убивать.
роль колесников у легких танков написана как легкий танк колесный, а остальные ЛТшки это легкий танк универсальный. И у них тоже есть защита от фугасов. Так вот, теперь все ЛТшки могут защититься от этих самых фугасов колесников. Да и в принципе от всех фугасов на свете. Поскольку эта модернизация доступна с 6 уровня. То есть, по сути, там сказано, что мы можем настроить свой танк так, как мы хотим, чтобы подчеркнуть свою роль и то, что мы хотим делать в бою, что нам нравится в танке. Но по сути, картошка нам навязывает за ресурсы, если мы глупые, мы выберем какую-то чепуху, и наш танк только хуже станет. Если мы выберем правильное, наш танк очень сильно улучшится. И здесь я не вижу того, чтобы я выбирал то, что я хочу, и делал танк таким, как я хочу. Здесь такого нет. Здесь явный выбор между плохим параметром и хорошим. Только у колесников 10 уровня и больше ни у кого. Разведкомплект. Время отображения обнаруженной машины. То есть наш танк светится на полсекунды меньше. Время отображения обнаруженного противника на полсекунды дольше. Но что мы за это теряем? Скорость ремонта ходовой. То есть наши колесики дольше чинятся на 10%. При том, что в игре есть ремки, которые бесконечно перезаряжаются. И что нам эти 10%? Ничего. Защита экипажа от ранений, минус 30%. Да по сути, если в колесника начинает попадать, то ему все, звездец. Мы нажимаем аптечку, либо мы уехали сразу, либо все, концы просто. Мы приехали. А вот если мы кого-то светим и быстрее уходим из-за света, это важно. Быстрее ушли из-за света, меньше будем получать люлей. Да, если бы мы играли на тяже, скорость ремонта ходовой и ранение экипажа, это было бы существенно. Но на колеснике это вообще, мне кажется, просто бред. Да, неприятно, что будут члены экипажа быстрее выходить из строя. Но там столько хп, что можно из строя выйти вместе со всем танком. Поэтому здесь очевидно, что выбирать. Никто на колеснике не будет танковать. Это не тот танк. Дальше следующее смешное. Прочность ходовой плюс 10%, проходимость плюс 15%, скорость поворота ходовой минус 5%. Если мы улучшаем проходимость, то и танк быстрее будет поворачиваться. На 15% это жесть. Плюс еще прочность ходовой. Но если мы выбираем плюс 5 скорость поворота ходовой, плюс 5%, и при этом нерфим прочность ходовой, вообще пофиг, проходимость минус 15%, мне кажется, ли это не будет работать вообще? Если мы быстрее крутимся, но при этом нерфим проходимость минус 15%, то может быть на асфальте мы будем быстрее крутиться. Но на обычном грунте на земле или в болоте это будет наоборот минус. Если выбирать эту модернизацию на скорость поворота ходовой, нам чисто по асфальту надо всегда ездить. А есть карты, где нет асфальта. Поэтому, как по мне, легче выбрать проходимость плюс 15% и потратить на это 5 скорость поворота ходовой минус 5%. Но вряд ли мы эти 5 градусов заметим на асфальте особо. А вот то, что мы будем быстрее крутиться в каком-нибудь болоте на Ласвеле или еще где-то, это мы заметим. И вот, допустим, есть штурмовые тяжи. Может быть, в рандоме, где нету командности, можно будет поставить плюс к скорости вращения башни плюс 7% и время сведения минус 5%, что якобы лучше. Наша башня быстро ворочается, мы везде успеваем, сведение быстрее, нам легче стрелять. Но при этом нерфится скорость вперед минус 4 км. Поскольку это тяж штурмовой, он и так быстро едет вперед, 4 км, ну чуть медленнее доедем, в рандоме несущественно, поскольку в рандоме это скорее разыгрывать какие-то позиции, направления, это не настолько существенно. Но вот, допустим, в клановых боях, скорее всего, будут ставить плюс 4 км вперед, но меньше сведения и хуже скорость вращения башни. Так вот, нельзя бесплатно менять эту настройку. То есть, если я играю в рандоме и хочу скорость вращения башни и время сведения улучшить, я покупаю, допустим, эту модернизацию, а потом я иду в клановый бой, мне полевик говорит, ты должен на тяже быстро доехать, так что тебе нужно поставить скорость вперед плюс 4. Мне нужно будет бесплатно это отключить,
и потом заново за серебро купить другую модернизацию. Мне кажется, это уже изначально параша. Так не должно быть. Рандомные бои и клановые бои — это не одно и то же. Если мне полевик сказал это поставить, я поставлю и доеду туда. Если я туда не доеду, мне нахер кикнет с клана, скажет: иди отсюда, черт. А в рандоме я играю сам на себя. Поэтому мне нужны мои характеристики, чтобы я себя ощущал хорошо на позиции. Потому что я для себя там должен максимально отыграть. Я не должен куда-то там долететь всей командой на ГК. Поэтому то, что Картошка написала, что бесплатно снять, а потом опять заплатить, это полная чепуха. Это сразу нужно менять изначально. Я один раз плачу за эти две модернизации и перекладываю их как хочу. Так должно быть. Все. А не то, что я ее снимаю, не снимаю. Во всех нормальных играх ты заплатил, все, оно твое. Но здесь ты ее снимаешь и опять за нее платишь. Что это за бред? При том, что это и так сожрет по-любому много ресурсов. Дальше идем к арте. Я уверен, что вся артиллерия поставит доработка ходовой. Следующая. Разброс при движении поворот ходовой минус 5%. И за это они поплатятся 3% мощность двигателя. Зато они быстрее будут сводиться, у них прицел будет всегда меньше, когда они будут юлозить своей вышкой по экрану. Поэтому здесь вообще явный ап всей арты, которая купит вот это вот. Она вся будет точнее и все. Она будет быстрее сводиться. Также еще вот есть разброс при поворотах ходовой минус 5% или разброс при движении орудия плюс 5%. То есть либо то выбираешь, либо то. Если у тебя, допустим, танк, где углы горизонтальной наводки, допустим, М44 на 6 левеле имба, углы горизонтальной наводки очень большие, ты ворочаешь в основном орудием, а не корпусом. В таком случае ты улучшаешь параметр при движении орудия, но нерфишь при движении ходовой. Потому что ты всегда орудием ворочаешь, а не корпусом. Но, допустим, объект 261, там ты ворочаешь в основном корпусом. Там ты ставишь при движении ходовой. То есть тут тоже очевидно, какому танку что нужно ставить. И вот еще. Время зарядки минус 3%, точность минус 3%. То есть ты можешь улучшить либо ДПМ, либо точность. Скорее всего, арте нужна точность, потому что ДПМ, зачем арте улучшать ДПМ? Если ты мимо стрельнешь раз в 20-30 секунд, то хоть как ДПМ улучшает, ты все равно будешь стрелять мимо, лучше всегда попадать. Но в любом случае, это все равно, зачем вообще добавлять эти параметры для арты, меня уже аж бесит. Ну и на 10 уровне артиллерия вся выберет время сведения минус 3%. И за это расплатится запас прочности машины не минус 10%, там так мало хп, 10% это малюсенькое значение будет, особо потеря никакая. Время оглушения плюс 8%, артаж так часто танкует, что прям ужас какой, что ее будут оглушать чуть дольше. Защита экипажа от ранений, там танки улетают за один выстрел, то есть это расплата ничем, расплата и так того, чего нет. Но зато арта будет быстрее сводиться. И так мы получим, что артиллерия будет еще лучше попадать, легче. У нее будет меньше разброс, быстрее она будет сводиться, еще лучше точность будет. Спасибо за очередной ап артиллерии. А поскольку чуваки сидят по 20 лет на арте кнопку клацают, эту фигню они по-любому рано или поздно выкачают. Грубо говоря, апнули точность арте, сведение и стабилизацию. Но за это артоводам придется заплатить, как и всем нам, если мы тоже этим захотим пользоваться. Также еще можно будет особые модернизации добавить на танчик. Их будет 3, 2 будут доступны с 6 левела до любого, и 3 будет доступна с 8 уровня до 10. Первая особая модернизация — это дополнительный набор снарядов и снаряжения. То есть в начале боя, во время отсчета, мы сможем с вами выбирать. Допустим, если мы попали на восьмерке против шестерок, мы выбираем тот набор снарядов, который подготовили, где больше ББшек, для того чтобы лучше пофармить, мы все равно всех будем пробивать. И еще можно поставить маленькие ремки аптечки или снять дупоеб, потому что, ну, против шестерок мы все равно затащим. А если мы попались против десяток, то мы можем выбрать набор снарядов, где больше голды и лучше ремки аптечки дупойки, для того чтобы быть более эффективными. Я так подумал сейчас, если этим займутся все,
что шестерки, попавшие против десяток, поставят все самое лучшее, а восьмерки поставят все самое худшее, и между ними разрыв снизится и будет минимальный. Так что, возможно, будет сложнее играть на восьмерке против шестерок, если они зарядятся по максимуму, а мы по минимуму. Есть подозрение, что некоторые люди как катали на фулл-голде, так и все останется. Но это уже дело каждого. Типа, если ты ощущаешь, что ты на ВБшках нагнешь, ты можешь это сделать. Хотя бы есть выбор. Уже хорошо. Вторая особая модификация – это возможность установить дополнительный набор оборудования и предбоевых инструкций. То есть, если мы играем на тяже в городе, то мы ставим все на стрельбу, там, на улучшение орудия. Если мы играем на открытой карте, то ставим все, видимо, от оглушения, чтобы арта нас не бахала. Ну а если арты в бою вообще нет, то как бы нам и не нужно оборудование против артиллерии. Хотя такие бои вообще существуют без арты. Ну и третья категория – особая модификация, доступная с 8 левела. Возможность назначить категорию 2 слота для оборудования на этой машине. То есть, если сейчас у танков есть один слот с категорией под оборудование, то можно будет поставить еще 2, но там будет всего лишь на выбор пару вариантов, в зависимости от того, какая у танка роль. И от этой роли уже будет дан вам какой-то выбор этих оборудований. В этих всех вторых наборах, если есть совпадение, то вы платите один раз. А если вам нужно что-то новое поставить, например, оборудование, то вам нужно будет еще и за него заплатить. Да, большая часть оборудования будет совпадать, чаще всего будет замена одного. Но так или иначе, это дополнительные расходы по серебру, чтобы это все купить. Но с другой стороны, мы можем меньше тратить серебра, если в приятных по балансу для нас боях мы будем выбирать дешевые расходники и снаряды. С одной стороны, есть выбор, мы можем этим правильно пользоваться, это хорошо. Но с другой стороны, будет еще больше разрыв между уровнями. Но может быть и сокращение этого разрыва, если низкие левела внизу списка будут брать хорошее оборудование и расходники, а танки, которые попали в топ, будут брать все подешевле. Также неизвестно еще, для каких классов техники какие базовые модификации картошка там подготовила, что они подготовили для ПТ, что они подготовили для арты и для ЛТшек. Для жирных тяжей понятно, ХП. Для универсальных СТ мощность двигателя. Все понятно. А что для остальных, непонятно. Поэтому здесь очень много может быть вони, если они что-то улучшат не то. Поскольку некоторые классы техники, такие как арта, колесники, довольно-таки токсичные, и люди их многие не любят, если им что-то не то улучшить, вони будет еще больше. Также еще в парных модификациях много билиберды, много очевидных выборов, где ты заведомо выбираешь хорошее улучшение, поскольку второй вариант полная туфта, а некоторые лучше вообще не выбирать. В целом выбор есть, но не всегда он адекватный. Это нужно балансить еще лет 200, как обычно. В особых модификациях прикольно, что перед боем можно что-то поменять и как-то подготовиться. Это в целом неплохо. Это единственное, что мне прям четко нравится. И прям я когда увидел это в видосе, я такой типа, вау, ну неплохо, хорошо. Все остальное, честно говоря, мне особо не нравится. И смотрю я на все это с осторожностью. Поскольку, имея и так очень большие разрывы и между уровнями, и просто по балансу, это может сделать еще больший разрыв. Если мы добавляем какие-то параметры, при помощи которых мы можем сделать шаг влево или шаг вправо, то мы можем еще дальше разойтись между самым слабым танком на уровне и самым сильным. Ну и очень большие растраты будут по серебру, заново прокачивать это все за опыт. И, конечно же, очень плохо, что в парных модернизациях нельзя будет просто переключаться, нужно будет это выключать, а потом заново за это платить. Это полный бред. Очевидный пример, что в рандомном бою мне нужна одна модификация, а в клановом бою совсем другая. Поэтому хорошо, что это на песочнице тестируется. Очевидно, что это нужно менять уже прям сразу. До этого можно догадаться еще до того, как отправлять на тест. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете.
С вами был Варчик. Играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно заглядывайте в группу ВКонтакте. Там есть интересные рубрики для вас. Всем пока.